Здравствуйте! Представляю вашему вниманию обзор спортивных событий. Прикамские легкоатлеты продолжают выступать на чемпионате Европы. Соревнования проходят в Швейцарии. Второй день сложился для пермяков не очень удачно. Максим Дылдин и Татьяна Вешкурова не смогли преодолеть полуфинальный барьер. Вешкурова показала 14 результат, у Дылдина 13 время. Также остановился на полуфинальной стадии в забеге на 400 метров с барьерами Олег Миронов. У него 21 результат. И только Вера Рудакова смогла квалифицироваться. Также на 400-метровке с барьерами она показала 7 время. Состав «Амкара» пополнил новый футболист. Это нападающий молодежной сборной Македонии Марко Симоновский. До этого форвард играл за «Металлург» из Скопье. В этом сезоне 22-летний игрок забил 2 мяча в квалификации Лиги Европы. Приобретение наставник красно-черных прокомментировал в интервью порталу «Эрспорт». Симоновский, к сожалению, не успели заявить на матч с «Торпедо». Он присоединился к нашей команде перед этой игрой. Думаю, что он сможет сыграть в следующем матче с краснодарской «Кубанью». Это перспективный футболист, который должен усилить нашу линию атаки. Виск резины и дым из-под колес. На картодроме в Камской долине прошел этап соревнований Уральской лиги дрифта. Более полусотни участников из 15 городов страны поборолись за награды этих стартов. Проводить соревнования по дрифту первыми решили японцы. Затея после этого пришлась по душе и автомобилистам других стран. Мероприятие это зрелищное и интересное. Его любят зрители, ну и, собственно, и сами участники. То есть в последнее время дрифт очень агрессивно набирает обороты. Очень много участников, с каждым годом все больше и больше. Машины становятся все сильнее и сильнее, пилоты становятся все более подготовленные, и машины все больше подготовленные становятся. Ради зрелища спортсменам не жалко ни покрышек, ни тормозных колодок. Все катаются в свое удовольствие. На хорошей трассе сделать это можно нечасто. Ради адреналина, эмоций, это как бы это превращается... Я не скажу, что это образ жизни, но это вот отдушина, вот этот вот драйв, который дает машина, он непередаваемый. Это не надо ни гулять, ни пить, ни курить. Это вот надо вот просто сесть, прокатиться, и ты самый счастливый на свете. Что касается итогов, то лучшим на этом этапе стал Сергей Кайгородов. Второе место занял Александр Соловьев, а замкнул тройку призеров Айвар Мустакимов. На это у меня все. Ждем развития спортивных событий.